Привет, привет, привет! Привет! Мы знаешь, о чем хотим с вами поговорить сегодня? О празднике, который будет уже завтра, 1 апреля. Ну, я знаю. Что мы будем отмечать в этот день? День всех прощенных. Ну, почти, это день дураков. Зачем нужен этот праздник? Может, он нужен, чтобы смеяться? Ха-ха-ха-ха-ха. Там можно дурачиться. Некоторые вообще с катушек слетают. А почему придумали этот день? Потому что когда-то давно все люди были дураками. И что изменилось с тех пор? Сейчас математика царствует. Как планируешь отмечать? Я праздник в жизни не отмечал. Никогда не отмечайте этот праздник, то останетесь дурак и ум. А почему не существует праздника День умного человека? День умного не бывает, это точно, поверьте мне. Клянусь моей кровью. Знаете, почему? Почему? Дураков больше, чем умных. А что такое смех вообще? Смех — это то же самое, как и шутка. Я думаю, это рефлекс. Нужно смеяться, чтоб от души. Для чего нужен смех? Ну, я думаю, потому что это придает радость. Смеяться придумали 2007 года. Ученый начал смеяться. Первый ученый. Как его звали? Гинаил Хобель-Хабельевич. Как правильно надо смеяться? Покажи. Есть два варианта смеха. Первый вариант, когда ты счастлив. Второй вариант, когда у тебя есть злобное дело. Полезен ли смех для здоровья? Язычку это очень полезно. Он разминается утром. Еще полезно для нашего горлышка. Оно должно очень четко говорить, как я. Смех ни для чего не полезен. Морщины появляются от снега, еще такие. Вот смотрите, вот морщины жить, они на вечность. Они всегда будут на лице. Стоит ли из-за них переживать? Вообще так-то нет. Люди, когда у вас морщина, это ничего. Это так себе. Хуже, когда у вас унылая жизнь и нечем посмеяться. Как можно заставить другого человека смеяться? Способ есть проверенный. Защекотать. Давай, когда мне щекотят, я капец как прям смеют на всю улицу. Человек упал в угол. Вот такой грязный потом в лице. Ты всегда смеешься, когда падаешь в лужу? Нет. Когда другой человек падает, тогда мне смешно, а когда я падаю, мне не смешно. А что значит смех без причины — признак дурачины? Это у нас уже в школе говорят. Получается, ты смеешься без причины, значит, признак у тебя дурачины. А почему нельзя посмеяться без причины? Ну, только можно над шутками. У моей подруги и ее подружка вообще смеется без причины всегда. Капец, меня это раздражает. Как отличить хорошую шутку от глупой шутки? Ну, одна должна очень смехотворить, а другая не очень смехотворить. Я эксперт в шутках. Как ты это поняла, что ты эксперт в шутках? Потому что в шутках я очень быстро разбираюсь. А это сложная задача. Хорошие шутки дружбу не разрушат. А плохие? Может разрушить. Не буду я так презрительно показывать. Так. А я могу шуточку сказать. Давай. Сейчас подумаю. Давай. Радовать то.
И что в этой шутке смешного? Расскажи, кто не понял. Потому что розовые стволы-то не бывают. А над чем шутить нельзя? Над кошкой, потому что она может уйти. В каких ситуациях смеяться нельзя? Ну, когда пошутили над твоим другом, например, на моим другом пошутили, я капец как раз зазрелась. Такой, не понял. А почему некоторые люди обижаются на шутки? Ну, потому что у кого-то есть юмор, у кого-то нет юмора. Вот у моей сестры ноль юмора. Лучше найдите уже юмор и шутите. 1 апреля еще принято разыгрывать своих друзей и знакомых. Ты подготовила уже розыгрыши для своих? Я спрячусь под одеяло, под мамино. Потом я вылезу тихонечко из-под одеяла и напугаю маму. Ты радуешься, когда мама боится? Да просто не хочу! Я тогда смеюсь. Что у тебя в этот внутри происходит, когда ты делаешь такую мелкую пакость? Маленькие сердечки появляются. А ты подготовил розыгрыш? Да. Поделишься? Он у меня лежит уже в кармане. Там у меня маленькая коробочка. И там бум! Голина. Приготовлен как раз таки для моего дружка. Я придумал для родителей розыгрыш. Мама, там вкусно пахнет блинчиками. А мама подумает, а я не пекла блинчика. Ах, так ты! И кто в этот момент должен смеяться? Будет всех смешно, кроме мамы. Но я боюсь, что маме будет обидно. А когда я обидна, я даже не знаю. Я просто прячусь куда-то, потому что моя мама капец какая сильная. Над кем ты готовишь розыгрыш? Только над мамой. Перчик чили. Делаем все котлеты круглыми. Одну котлету делаем мне овальчиком. Ну, кладем туда кусочек. Берем эту котлетку. И... Это очень коварный план. Давай поздравим всех петрозаводчан с Днем Смеха, с Днем Дураков. И что-нибудь им пожелаем хорошего. Поздравляю всех вас с Днем Смеха. И желаю вас, чтобы вы были смешанными дураками. Вам хорошо посмехиваться, хорошо смеяться, хорошо шутить и быстро бегать, конечно. А дуракам что ты пожелаешь? А дуракам и то, что обычно дуракам желают. В этот день, чтобы вам везло. Я вам скажу так. Когда вы хотите посмеяться, вы сначала подумайте. Хотите, чтобы у вас были морщины или нет? Ну и давай твою короночку. Твой смех.